Всем привет! Сегодня в обзоре музыкальные инструменты. Как вы видите, это гитары. Обыкновенные струнные и на батарейках, будем так называть, электронные. Итак, струнная гитара, не натянуты струны, можно баловаться. Сделано очень хорошо. Под дерево, хотя это пластик. Очень красиво сделано. Здесь на веревочке медиатор, и можно баловаться и играть. Колки крутятся, натягивают струну. Это точно такая, только меньшего размера. Тоже из пластика, но сделано под дерево. Тоже на веревочке есть медиатор, и можно играть. Замечательно сделано, как настоящая деревянная гитара. И вот такая яркая, красивая гитара музыкальная на батарейках. Музыкальная гитара работает у нас от трех батареек. Стандартных пальчиковых. Яркая, симпатичная гитарка. Значит, у нее здесь вот есть кнопка включения-выключения. Есть ремешок. И еще кнопка включения сенсорная. Тише, громче можно сделать. Тут сезон. Ударники. Так, это что? О, бурные овации есть. Звуковые эффекты. Ну и все. Веселая. Симпатичная музыкальная гитара. Отличный музыкальный инструмент. Кому понравилось данное видео, можете поставить лайк. Если интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.